Привет, меня зовут Майкл. Я архитектор, и поэтому сую свой нос во все, что касается строительства. Мое чутье никогда меня не подводило. Когда оно говорит мне «да», то оказывается, что речь идет действительно о чем-то первоклассном. Я вам покажу, почему полиуретановая теплоизоляция, или коротко ППУ, с его превосходными изоляционными свойствами, мой абсолютный фаворит. ППУ невероятно универсален. Он используется в виде плит, сэндвич-панели и напыляемой пены. Это совершенный изоляционный материал буквально для каждого дома. Он пригоден везде, от подвала до кровли. Взгляните. Жилые дома. Коммерческая недвижимость, теплоизоляция полов, наружная теплоизоляция стен, теплоизоляция колодезной кладки, внутреннее утепление, строительство зданий с легким деревянным каркасом, теплоизоляция межэтажных перекрытий, теплоизоляция плоской кровли и, конечно же, скатной кровли. Впечатляют простые факты ППУ. Срок службы ППУ такой же, как у конструкционных элементов здания. Он на всем его протяжении сохраняет свои превосходные свойства и экономит много денег, снижая расходы на отопление и охлаждение. У ППУ множество важных достоинств. Его толщина меньше, а изоляционные свойства превосходят свойства других материалов. Материала меньше, пространство больше, а экономия выше. Благодаря высокой устойчивости к сжатию, ППУ идеален для применения на террасах, плоской кровле, многоуровневых парковках. Это легкий теплоизоляционный материал, потому что он на 97% состоит из газа с низкой теплопроводностью, что радует монтажников, облегчает выполнение работ по реконструкции и снижает нагрузку на несущие конструкции здания. Вы можете задать себе вопрос, а стоит ли полагаться на чутье архитектора? Конечно же! Вы только взгляните на материал внимательнее. Пенополиуретан — это закрыто-ячеистый материал. Множество мельчайших воздушных пузырьков гарантирует, что зимой тепло не выйдет наружу, а летний зной не проникнет в дом. Так как ППУ — материал с закрытыми порами, в нем исключено появление влаги, плесени и гнили. Он не содержит волокон и не выделяет в атмосферу никаких веществ. Возможно, этот факт не слишком широко известен, но пенополиуретан окружает нас везде. Он в автомобилях, в товарах для спорта и отдыха, в медицинской аппаратуре и бытовой технике. ППУ — часть нашей жизни. Он прекрасно сохраняет свои свойства весь срок эксплуатации и соответствует всем критериям долговечности. Отходы ППУ могут быть переработаны, и ППУ сохраняет в 100 раз больше энергии, чем затрачивается на его производство. В зданиях с теплоизоляцией из ППУ обеспечен отличный микроклимат в любое время года, а также экономия энергии и защита окружающей среды. Все это — причины доверять своему чутью и отдавать предпочтение премиум-решениям при выборе теплоизоляционных материалов. Доверяйте инновационным решениям с высококачественной теплоизоляцией на основе пенополиуретана. Более подробная информация на веб-сайте excellence-in-insulation.eu и на pan.ru.